Ребенок – главный пассажир. Такую наклейку инспекторы выдают всем водителям и предлагают не только разместить ее на стекле, но и четко следовать этому правилу. И наклеечка. До 7 лет дети перевозятся в специальном детском удерживающем устройстве в кресле. С 7 до 12 лет дети переводятся при использовании специальных детских удерживающих устройств. И с 12 лет при применении штатных ремней безопасности автомобиля. Детское кресло мы можем устанавливать на переднее сиденье. Ну, родителям надо будет уделить внимание чуть автомобилю. Есть специальные кнопки, которые отключают подушки безопасности, чтобы во избежание, опять же, каких-то последствий при срабатывании, при ДТП. За перевозку детей до 7 лет без детского кресла придется заплатить штраф 3000 рублей. Это касается и таксистов, которые перевозят несовершеннолетних клиентов. Необходимо, конечно, приобретать эти устройства, устанавливать их и перевозить детей только в специальных удерживающих устройствах, потому что тяжесть последствий снижается в разы. То есть, если ребенок, например, перевозящийся в кресле, набьет шишку, а в отсутствие этого кресла были случаи, что даже, возможно, с заднего сиденья перелетали на передний. Уважаемые жители и гости курорта города Сочи, госавтоинспекция Сочи обращается к вам. Приобретите, у кого нет специально удерживающие детские устройства, перевозите своих детей только в специальных удерживающих устройствах. Обезопасьте себя и своего ребенка. С начала года сочинскими госавтоинспекторами выявлено почти 130 случаев, когда ребенка перевозили в машине с нарушениями. Все водители оштрафованы.